заканчивается двухгодичный период для выбора нашими гражданами тарифа страховых взносов. То есть они должны определиться, либо они будут формировать свои пенсионные права с накопительной частью, либо без нее. Не будет лишним напомнить, что те граждане, которые хотя бы единожды переводили свою накопительную часть для инвестирования в негосударственный пенсионный фонд, либо управляющую компанию, не являются молчунами, и по умолчанию 2016 года у такой категории граждан накопительная часть формироваться будет. А вот так называемые молчуны, которые никогда не подавали никаких заявлений, по умолчанию у такой категории граждан с 2016 года пенсионные права будут формироваться без накопительной части. Вся сумма, уплачиваемая работодателем, будет направляться на страховую часть. Что же сегодня посоветовать нашим гражданам? Для того, чтобы правильно принять решение застрахованного лица, имея на руках такую выписку, сотрудник пенсионного фонда может дать консультацию гражданину конкретно по его ситуации. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание наших граждан на то, что с 2015 года в Российской Федерации действует так называемая система гарантирования пенсионных вкладов. На деле это означает, что по состоянию на 31 декабря каждого года происходит расчет размера пенсионных накоплений. И если негосударственный пенсионный фонд сработал, что называется, в минус, то на лицевом счете гражданина происходит отражение гарантированного в исполнении. То есть происходит так называемая компенсация. Необходимо помнить, что первый такой расчет будет произведен по состоянию на 31 декабря 2016 года. При этом право на гарантированное восполнение будут иметь те граждане, которые осуществляют перевод своей накопительной части не чаще, чем один раз в 5 лет. Таким образом, граждане, подавшие заявление о досрочном переводе своей накопительной части в 2015 году, право на гарантированное восполнение не имеют.